мастер ретабло Рейс Католикус, испанский художник, работал в 15 веке. Его биография, как и даты рождения и смерти, неизвестны. Имя, данное этому художнику, относится к его работе по созданию ретаблос для католических монархов Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. Его работы «Рождество и Благовещение» находятся в Калифорнийском дворце Почетного легиона.